после дождичка, ребята. Запах приятный, влаги. Заехали, здесь еще никто не катался. Сейчас мы спустимся, и вот на этом подъемчике я сына попрошу, он остановится. Стоп, остановись, стоп. Поехали. Побольше газа давай. Ну что, Матадор пока едет. Межосевой дифференциал сейчас не блокировал. На первой пониженной потихонечку. Ну, грязина едет. Здесь у нас дальше. Так, ну-ка, вот здесь как, давай-ка сюда. Коровки походили. Резина тащит. Матадор из Арда. Блин, работает классно. Давай. Еду на первой повышенной. Дифференциал разблокированный. В натяг. В натяг не хватает. Пониженную включу. Первая пониженная. В натяг. Две атмосферы в колесах. Пробовал специально остановиться, посмотреть разницу. Сейчас еще спущусь, попробую тронуться. Едет нормально. Ну вот дождик прошел, но маловато дождя, маловато. Заезжаю задом на пониженной. Межосевой дифференциал не блокирую. Буду катиться, пока колеса не начнут проскальзывать. Я специально останавливал, чтобы колеса шли в бокс. Теперь межосевой блокирую.
все-таки, когда межосевой блокируешь, самоблоки срабатывают, и все четыре колеса гребут. Без межосевого самоблоки не будут блокироваться. Именно когда межосевой втыкаешь, когда колеса блокируются и едет. Еще раз попробую, смотрите. Видите, дифференциал раз блокировал, на пониженной еду. Ну, уже раскатал и легче. Ребята, очково и страшно, поэтому не поеду. Все, давай. Поедем на горочку, где сын спускался. Первую пониженную, дифференциал заблокируем. И на первую пониженную потихонечку натяг попробуем. Снимай, сынок. Ну и посмотрим, интересно. Смотрите, потихонечку прям. Сказать, катаюсь на резине, ну, примерно 1000 километров проехал на этой резине. До этого стоял у меня Viatti Bosco. Viatti Bosco, как и говорил, она очень жесткая. Матадор резина, вот честно скажу, мне очень понравилось. 5000 за баллон по трассе, очень мягкая машина стала совершенно другой за счет того, что резина мягкая. Протектор хороший. Сейчас вот покатались, сами видели. Ну, не сказать, что сильная грязь. Дожечек был, уже впитала. Вот, хотя на башмаке грязь цепляется. Где-то больше, где-то меньше. По горочкам прокатнулся, проблем нету. Сейчас попробую заехать вон самая высокая горка, где мы катались по тем горочкам. Вот, там прокатнусь, ну и поеду домой. Так что лично я вам рекомендую. Будет возможность покупать такую резину. Мне она очень понравилась. Это не реклама. Говорю то, что есть на своем опыте, ребята. Так что вам приятного просмотра. Там заедем, поедем на дачу. Вы смотрите. Сейчас вам природу немножко сниму. Все это будет под музычку. Вот. Ну а вам всем пока. Вам приятного просмотра. Подписка и лайк приветствуется. Так что, если есть желание или тебе понравилось видео, обязательно поставь лайк и подпишись.